Radiant Team Ban. Radiant Team Pick. И доброго утра всем! У нас начинается очередной день трансляции на замечательной просто квалификации к замечательной лиге. StarLuckFly против CDSC будут играть в рамках полуфинала лузеров и уже решать, по сути, последние вопросы по поводу этой квалификации, которая будет вести, вы не поверите, куда, в еще одну квалификацию, куда надо будет еще и попасть. У нас четыре команды еще в деле. CDSC, StarLuckFly, Sirius и команда Blaze. Такая не Blazer, но Blaze. И здесь у нас видим драфты. И Дмитрий. Ку. Ну, они солюционировали. Наконец-то они завязали со своими бристлбэками, хотя их забанили, лоу. Я бы на месте CDC просто бодал бристлбэк и выиграл бы их по-быстрому. Но они его забанили. Получили на лицо снайпера Кентавра. Снайпер, походу, все та же четверочка. Божественная с сапогом, которая стоит сзади. И разбивающие Will of Wisp Keeper of the Light. Если еще снайперы догадаются собирать вместо Tranquil Boots of Power 30, потому что, по сути, они стоят сзади, им нужно просто наносить урон. Ну, дизабить ультимейтом. Это реально будет сильно в будущем. Но пока они еще до этого не дошли. Но они учатся, эволюционируют. Тасик — это тот, кто будет катиться, но против Кентавра, ну, работает среднее. Иногда бывает так, что Тасик катится, Кентавр нажимает ультимейт, сначала отбегают, Тасик останавливается, и потом Кентавр с блинка врывается и дает стан по одному или по двоим. Вот если бы это были не CDC и StarLuck, я бы сказал, что, ну, ребята сверху молодцы, классно драфтят. Но им хоть чтобы ребята сверху не драфтили, все равно CDC выиграет, потому что играют они в разы лучше. Но StarLuckFly проделали огромный путь через эту квалификацию. Они до сюда дошли, то есть они как минимум равны нашим товарищам CDC, на мой взгляд. Кого как они минимум тут хотели? После этого матча они будут неравны. То есть да? Они равны просто потому, что они находятся здесь, но я все равно думаю, что CDC так посочнее будут смотреться, чем StarLuckFly. Когда ему StarLuckFly начнут пикать новых героев, это, в общем-то, то, что они сейчас и делают, и будут показывать новые стратегии, но они забуксовали. Они находятся где-то вот на уровне предыдущего раунда, где они играли wildcard матч. Это немного изменилось с того момента. А CDC, наоборот, приятно удивляют. У них там и урсы бегают, и алхимиков мы наблюдали, и манки-кинги присутствуют, и много чего другого интересного появляется. Сейчас я хочу видеть Пака. Пака или кого-то, кто ловит. Ну, комната ожидания открыта пока. Да. В целом нужна какая-то парочка. Но вообще котел, он уже хорошо работает под МК. Можно еще плюс фиксацию. Март забанен. Поэтому, да, наверное, кроме Пака никто не остается. Ждем. Контроль. Добавьте нам контроля. StarLuck все еще не показали своего кора, да? То есть там появляется потенциально какой-нибудь Сларк или что-то подобное. Поэтому все, что нужно сделать с CDC, это просто пикнуть баланс. Так, вместо Пака появляется Шторм, это тоже контроль. Окей. Охотник за снайпером. Убийца копы после Сайленса. При условии, что он его быстрее соберет. И Кентавру... Кентавру шторма сложно ловить из-за того, что слишком долгая анимация стана. Синистер может помочь. Ну, это лич пятерка. Мы на лича пятерку не рассчитываем. Ну, это был красавчик лич пятерка, насколько я помню. Если команда выигрывает, там кто угодно будет красавчиком. Поэтому посмотрим, что будет здесь. Я ставлю на то, что шторм пока карает пол команды. Не знаю, если сейчас создать игру, вот, ну или потом создам в перерыве. То есть просто Шторм с Сайленсом, он всегда даст Сайленс от Кентавра, если тот прыгает и пытается дать стан. Вообще, в любой ситуации. И это могу сделать я. Естественно, эти ребята играют лучше меня, поэтому они наверняка с лучшей реакцией все это смогут исполнить, поэтому пока снизу
их смотрится опасно. Что сверху хорошего, только, наверное, щит лича, 60%. Наверное, единственное хорошее. Ну, пока кидать его не на кого. Ну, Queen of Pain кидать грустно, она тонкая. На снайпера тоже кидать грустно. Обычно он либо умирает за пару секунд, либо стоит, его никто не трогает. Стоит только кентавр. Кентавр урона вписывает не так много, пока не оденется. Пока у него не появляется много атак спида, его... Это как вот... Да, это по вашей части. Как Retaliate. Правильно произносить? Ретейлиэйт. 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 Давайте это по буквам. Ретейлиэйт. Ну вы тоже рано или поздно спрогрессируете над собой, справитесь. Я работаю. Да. Потом потренируйтесь. Ретейлиэйт. Ретейлиэйт. Ретейлиэйт, ничего да, себе. Вот, сложно. Да, хорошо. Это слово появилось вместе с артефактом, и артефакт умер, а это слово его пережило. Оттуда эта механика пошла сама по себе. Не, артефакт давно умер, подожди. Артефакт уже давно умер. Ну, и с тех пор, вот, по-моему, вот как только появился артефакт, там появилась то ли карта с таким названием, то ли способность какая-то к карте, ну, короче, не помню, там какая-то помойка была в этом артефакте. Вот, и тогда же реворкнули кентавры, и у него вот появился вместо его реторна Retaliate. Вот. Ага, прикольно. Да, мне тоже понравилось. Так, Дазл. У нас Дазл. Ну, Дазл кентавр все. Будет. Да. Куда не придет Дазл, кентавр разбивает щи. Ему либо МК разбивает щи, либо Дазл разбивает щи. Дазл сложный. Прикольно. Не жадно? Ну, то есть два кора уже есть. Инициация на шторме. Ну и на таске. Если у шторма проблема, его подсвет грейвом, он улетит назад. А МК под Дазлом — это 100% гарантия того, что он всегда раскастует арену, застакает Бандла Страйк, застакает пассивочку и разрядит Бандла Страйк на отхил. И это собирается убивать троллем. Блин, они, слушай, они нормально драфтить начали. Я думал, что опять какая-то дичь появится в их исполнении, а они что-то полезное начали брать. Какая дичь? Для них всю дичь уже забанили. Там был минус веник в еще первой статии. В этом и суть, да. И могли все это отдать просто и развалить их, потому что... Да, неумно поступили, согласна. Да. Лич-тролль. Ну, лич-тролль супер прочная линия. МК с этим, с котлом, скорее всего, напинает кентавра со снайпером. Хотя там мана как бы не так важна. То есть там главное просто заряжать пассивку МК. Шторм миди против копы. Это чисто индивидуальное противостояние. У копы легкое преимущество, но если шторм посильнее играет, то он обычно перекэшивает. Ой, все вертится. Вокруг блинка кентавра или первого этого шторма. Если кентавр будет покупать блинк, как они это не любят делать, они там любят покупать вангуард, потом гринсом, потом пайп, потом еще что-нибудь, то, блин, сложно ворваться в старлок. У них, по сути, один инициатор, это кентавр такой хороший, а остальные стоят сзади. Если просто фармить, то шторм убивает всех, как это обычно происходит. Ну, снизу как-то повариативнее. Сверху реально все на блинке кентавра завязано, вообще все. Ну, будем рассматривать, как у нас будет на деле кентавр. Да. Напоминаю то, что это полуфинал лузеров. У нас тут две команды CDC, которые вроде как должны были по винерам вообще идти, и Starluck Fly, которые растут над собой, поэтому, в принципе, здесь и оказались, где они имеются. И все неоднозначно по-прежнему. То есть CDC не ясно, что могут вытворить. То же самое касается Starluck. Как Дмитрий любит повторять, все зависит от исполнения команд, не только от драфтов и победы в драфтах. Ну, да, просто напоминаю. Да. Мы это стали начинаем выражаться более корректно, чтобы... К концу квалда надо бы уже начать выражаться корректнее. Ну, да. Кстати, я помню, вчера дезинфу внесла, или точнее, ее внесли организаторы. Сегодня не последний день, когда мы в 6 утра встаем. Завтра тоже. Да. Так что ту часть квалы, которая называется промоушен, которая будет из других квалифицировавшихся отбирать, она вот тоже будет в 6 утра завтра стартовать. Да, ты права, да. Ну, я уже привык, кстати. Да? Ну, это хорошо. Да. А ты привык вставать через утро? Я привыкла не ложиться. Грамотно. Никаких проблем, У каждого свои стратегии. Кто-то он веника в лес пикает, кто-то не ложится перед утренним кастом.
плюс. Так, а тут Вардес нашелся, прям Стонгс, хорошо. Лич сейчас будет забирать. Плюс сотка, да, изичайшая. И троллик Вардам пускать не хотят. Вот вообще не хочет не пускать. Пошел размен. Снайпер в бочину заходит. Сюда иди. Кстати, все, дазл здесь кончается. Еще секундочка. Причем и тролль-то остался жив. Хорош. И этого. Души, души. Хорошо. Красавцы на старлаках. Чаще для снайпера. Да. У нас снайпер, кстати, с каким винрейтом получается? Плюсовым? Да, по-моему, мы два выигравших снайпера видели, одного проигравшего. Так что вот у нас в этот раз может либо снова установиться паритет, либо больше винрейт будет у снайпера. Уже в районе 60%. Ну а тут пока видим то, что он перемещается на другую линию. И Дринк. Дринк у нас у Старлаков, я даже не помню, он на четверке ли играет? По-моему, да. Давайте-ка уточним эту информацию через 3, 2, 1. Не знаю. Вообще другие имена написаны в Википедии. Печально. Ну да, здесь вижу то, что уже есть заявка на Аганим, который он собирает, поэтому это точно будет четверка. С прекрасным Аганимом, который мы уже видели в деле, этот подстан, этот быстрый каст довольно ультимейта, это рабочая штука, ну и действительно раскрывает героев немного другой апостаси. Так, а что по поводу Лича? Лич, смотри-ка, он сейчас Тусика пытается убить, он даже, может, его и убьет. Вот, бластануть бы разок, но отпивается Джеймс, и все вроде как для него благополучно. На топе. Да. На топе пока снайпер, который сделал First Blood, хорошо себя чувствует. Напрягает МК, пока у МК пассивочка не второго левела, он довольно-таки слабо отхиливается, всего лишь 15%. Поэтому сейчас ему нужно играть осторожно. Потом, естественно, ситуация изменится, у него уже будет, считай, X2 отхила и Bundle Strike. Поэтому до этого момента лучше попридержать коней и вести себя поскромнее. Потому что кентавр снайпер опасная. Там у одного станчик неприятный, потом врубает пассивочку, ну а второй гражданин просто закидывает шрапнель на первом левеле 15% замедления. Ну он там уже гадит шрапнелью на отводе, видим. И очень даже неплохо по экспессу этого вытаскивает, ослепили, а толку-то ослепил. Все равно шрапнель капает и хоп-хоп и увел трех крипчиков. Хорошо, руки, хорошо. С руки. Надо себе шрапнель. Хорошо, ему котел слишком урон нанес. Он миссанул котел. И еще урона. То есть он ему, сколько там, 180 хп оставил. А, фласка есть, еще можно поесть. Еще одного крипа добил. Нормально. Держится. Так, на миде видим то, что все ровненько идет. Правда, тут Квапа начинает мучить XM, но мы знаем, насколько XM крут как мизер, поэтому верим, то, что его это морально не сломит нисколько. По поводу тролля внизу у него... Линия спокойная, спокойная, фарм хороший. Такой же, как у Манки Кинга, но в целом можно сказать, что все 6 позиций, кто должен был фармить, все фармят, все деньги получают, и нужно какое-то месиво. И так, мне кажется, что самый большой у нас потенциал этого месива будет у снайпера четверки сейчас. Там, да, он запулил. Он запулил, и сейчас нужно срочно выдвигаться сюда. А, не получилось, локотел перепулил. Перепулил, уводит крипа в подвышку, но получил много урона. Кентавр стоит под вышечкой и кайфует. Забирает большую часть фарма, и МК много добивает под вышкой. Прикольно сделано, короче, кентавр выводит. Не как это обычно происходит, два саппорта выводят, один саппорт идет ему по лицу, а он это делает один. И у снайпера есть время, чтобы, например, зайти под вышечку и побить троллю, набить тролль личика, или же выпалить кэмп и постараться его забрать. Да. Очень важно, чтобы этот кэмп, это очень важно, чтобы этот кэмп он не отдавал троллю. Точнее, МК кентавров. Ой, как сейчас тролли хорошо закрыли. Хорошо, о, как тролли хорошо закрыли. Правда, он миссы всем раздал и лицо сломал дазлу. Снайпер, это... живи. Снайпер живет. Да, снайпер живет. Три фрага за старлаками. И что там с XM-ом? XM-у хорошо вроде как, он в лесу фармит и горе не знает. Ами у нас профессиональный Monkey King, который пока, ну, хотя бы ни разу не умер. Это его достижение, потому что что-то вот внизу у нас страдают товарищи. Два раза... умер уже Дазл, один раз умер Джеймс, и Дазл не самый удачный старт имеет, все-таки он привык к супербыстрым некрочам, там минута восьмая, по-моему, самый рекорд такой вот этих некрочей, которые мы видели, и развал кабинетов, соответственно, с начала появления этих некрочей. Тут уже, очевидно, он в эти тайминги не вписывается. И тролли подведанули, два фрага из трех произошедших на линии у него, поэтому он чувствует себя прекрасно. Против него линия очень крепкая. Во-первых, таску на этой линии комфортно. Два стрелка, топоры, вторые топоры, потом еще новые щиты, и таск страдает. Волшебство. Волшебник берет волшебство.
аппаратам. Правда, у нее блинка нет, а сейчас она получает лишний урон. Возможно, даже фатальный урон, потому что еще 6 секунд осталось. Правда, тактим закончился, контроль закончился. Ох, не получается. У шторма ульты, ясное дело, еще нет. Так, нужна подкрепа, но есть блинк, и все, блинка вот в сторону базы. И бежать. Правда, минус рунка, минус все в бутылке, что было. Но есть Баунтос, очень вовремя здесь оказавшийся, и это будет все-таки фулл хп. Правда, хотелось бы, чтобы кто-то подошел ботл подобузить, это было бы прекрасно, потому что сейчас уже отопьется и снова будет пустая бутылка. Но никто с базы не будет. Хватит, она и так две руны забрала. Таск понял, что он... Хорошо, вырывается вперед относительно тролля. Ами профессиональная обезьяна, мы все это знаем. Так, и Ами сейчас, кстати, может и лицо набить кентавру. Кентавр все пытается станом замахнуться, но никак. Палка длинновата оказывается, и Ами довольно успешно мансит. Вот не хватает спасивочки здесь, чтобы добить. Если бы настакал пассивку, были бы шансы и забрать, но не хватает еще какой-то помощи саппорта. Какой-то вот нежной руки кого-нибудь типа котла, но не дано, видимо. Суть потому, что здесь уже пол лица снесли Манки Кингу снайпером. Оставили в покое. Котлу вернуться. Если оставить МК одного против кентавра и снайпера, то они его заберут. Причем довольно легко. Ну, у котла, смотри, с левелом беда. И он просто пошел постоять, хотя бы экспу получать, хоть немного. Там замедление, там стан, дабл H, и МК рискует стрелять. Сейчас, конечно же, под вышку он может рассчитывать на то, что Старлак не попробует его забрать. Да, он просто отагрит крипчиков, но 6-й левел получил. Но все равно, часть крипов он не добьет. Например, Ренджа снайпера забрал. Так, и кентавр. Понимает, что он здесь один. В наглую выпуливает крипов, забирает еще при этом и нейтралов. Его дамажат все, но он ничего не боится. Подходит МК, забирает мелочь своей палкой. Неплохо, хотя бы мелочь. Да. А внизу у нас опять у Джеймса проблемы. Выживать будет ли? Вопрос серьезный, но приходит XM, кстати, очень вовремя. И это, кажется, может быть и минус тролль. Правда, пока видим то, что он отходит назад и топорами немного подпортил жизнь XM. И уходит в итоге в саппорта, а Джеймса спасти так и не удалось. Минус время для мидера команды CDC. Не супер фатально. Таску будет грустно, да. По-прежнему он не может найти место, куда им пойти. Вообще, он мог бы так наверх прийти к МК, и у них были возможности убить кентавра, который там бегает вообще, что хочет, позволяет. Просто бегает парень, вот Т2, получает лишние орехи, продолжает укуливать крипов, и Таск, как вот я и говорил, он здесь намного полезнее, чем снизу. Снизу он просто фидит. Но там сейчас будет и Дазл фидить, если оставить его совсем одного. А вот действительно, хамил у нас немного кентавр, и с ним ведется разъяснительная беседа двумя саппортами. Подбивают его, и Манки Кинг пришел застелить фраг, ну как застелить, забрать законный фраг. И он его забрал. Да, и Таск вот на этой линии может появляться почаще, потому что один хрен, если он будет стоять с Дазлом снизу, вот они стоят вдвоем, он по кулдауну умирает, то это полная фигня. Потому что стоит два героя, один умирает, фидить, и какой смысл его на этой линии? Просто фидить? Нет. А здесь он приходит, убивает оффлейнера. Импакт в несколько раз выше, чем снизу. В итоге, дабы заглядывать почаще, особенно к МК, который имеет хороший kill potential. Да, и этот МК-то будет собирать еще и сабельку, сейчас он в пути к решению этого вопроса, так что это будет такой более классический вариант, но учитывая то, что Ами именно так, мне кажется, всю жизнь обезьяну и собирал, то это вполне... Да. Будет два. Он снова идет. Он снова наглеет. Он снова хочет пойти за вышку. Его находит МК. Штормец рядышком. Сейчас вам объясню. МК заряжает пассивочку. Штормец притянул, ремонт поставил. И все. И я бы на их месте, вот по КД бы убивал того кентавра, потому что это забей. То есть ладно, бывает такое, что такой пассивный корс, это какой-нибудь антимаг, ему сложно прям прийти и внести импакт, чтобы его быстренько убили. И так какой-нибудь мидер, который не может прям вот так вот разваливать хорошо, и Dragon Knight. Но здесь, черт возьми, МК Шторм. Просто приходит сюда, умирает. Надеюсь, он поймет, что пора ему завязывать. Ну, и это причем единственная, наверное, возможность для шторма как-то денег поднять, потому что, судя по тому, что по нетверсам разница даже сейчас только сократилась до 1000 между XM и Квапой, видимо, там совсем она затравила до смерти его на миде. Не обратил внимания, да, как там Лейнинг Сайдзе. Квапы преимущество. Ну, смотрите, у нас на копателе будет Шторм Спирит. Он вот профессиональный копатель, с собой таскает лап. А, нет, он один раз копнул и убрал лопату. На копателе должен быть Дазл. Дазл и никто, кроме Дазла. Дазл лучший копатель доты. Да? Да. Ну, хорошо. Ну, кстати, он, по-моему, да, себе уже везет лопату. Посмотрим, что копнет. А, нет, я ошибаюсь. Я в нем разочаровался, он везет себе просто ключей. Дубль 2. Штормец его нашел, на этот раз он подрубает ультимейт, станет МК и подходит кину в ПМ, кину в ПМ работает, ультимейт. А, даже без ультимейта разбирается, нормально.
Убили Имкана Блунта, то есть поймали. При этом тролль работает по Дазлу, но Дазл неплохо мансит. Но не домансил. И тролль выживает. Тролль тут... Так, подожди-ка, еще не факт. Еще шарды какие-то могут залететь, но там на топоры... А там на топоры маны нету. Но стики, три стика тоже не хватает. Слишком быстрый, на призах слишком быстрый. Да. Но зато не фиданул некрочами. Дазл не настолько нагло оказался тролль, поэтому изи соточка с двух некрочей не получилось. Вот. Видим то, что МК до сих пор на первом месте по нетворсу. Уже есть Обливион Став, будет потихонечку и Огракс тоже нарисовываться. Там уже и саблей, я думаю, что будет немного лучше кентавр чувствовать, что он не прав, когда оказывается с МК на одной линии. Но пока это просто перемещение на другую линию от МК, и он попытается внизу с троллем поговорить, и саппорты здесь уже его ждут, и поэтому будут оберегать. Джеймс тем временем с фейзами. Что там у снайпера по его ганиму? Ну, нормально, пейнбустер есть, вроде как темп держит. Тапочка, правда, еще никакой не апнул. Там транквилы любимые, или что он там собирал. Ох, зато будет уже 7-го левела, и замакшенный получается шрапнелью. А замакшенный шрапнель, мне кажется, это повод подраться. Было бы с кем, правда? Что-то тут никто не хочет. И вышку просто продадут в обмен на Тайди на миде. Да, поэтому Тасс снайпер такой здесь. Стоит. Да, Тасс такой стоит, думает. О чем он тут? Я тут стою. Вышку ломает, я ничего не делаю. Продолжает стоять. Блунтосик лежит. Если что, вот Таска. Таск может сходить, забрать Блунтос. Он мог сойти. Ой, боже мой, прошу прощения. Он мог пойти, забрать Блунтос. Они тут оставляли его настаиваться, да? А он просто стоит, ничего не делает, смотрит на эту вышку, как ее забирает. Баунти руну не берет, которую можно было забрать давно. Здорово, Таск. Ну, с учетом того, что уже 2 минуты, как они не забирали эту баунти руну, мне кажется, они то ли забыли, то ли думали, что уже взяли. То ли думали, что уже их забрали ее. Баунти руна стоит, оповещения о том, что они забрали, не было, и он ее не забрал. Он ее дал Квину Пэн. Но невнимательность может иметь место быть. Может, да. Я думаю, что вряд ли она просто так не бралась 2 минуты. Она не бралась 2 минуты. Почему? Кто его знает? Мы никогда не ответим на этот вопрос, я не вижу смысла на него отвечать. А в принципе, не вижу смысла отвечать на вопросы, а почему он не нажал кнопку, почему не забрал баунти руну? Зачем? Кому это интересно? Он просто не нажал на кнопку, это его проблема. Он игрок профессиональный, который, задача которого брать баунти руны, убивать людей, нажимать на кнопочки, чувствовать игру, там смотреть на мини-карту. Если он этого не делает, то всем по барабану, почему он этого не делает? Он этого не сделал, все. Здорово, Джеймс. Да, факт, руна была пропущена. Так, Дазл. На пути, я так думаю, Грифсам, как обычно. Вряд ли есть смысл отклоняться от своего привычного билда. Что по поводу Манки Кинга? У него все чуть-чуть, вот буквально одного фрага не хватает до сабли, наконец-то. И я слышу звуки стампида, и здесь, вне зависимости от количества своего хп, решил дальше боковать кентавр, и это помогает. Он снова забрал Джеймса, и Джеймс уже 3-7 свою смерть получил. Короче, он сегодня фидит, да. Мало того, что он мало что полезно делает по карте, один раз он прыгал наверх в кентавра, и после этого он просто... А вот и, кажется, подъехала сабля для тролля. Последняя тычка. Бесполезная таска. CDC фидит. Ну, ужасный перформанс. Во-первых, они считают играть без четверки. Это первое. И без тройки. Она тоже что-то верно. Без тройки. Да, и тройка чуть сегодня у них там 0-4-0. Здорово. Я дадл. Возможно, как бы он на минус морали из-за того, что он с таском стоял. Это может такое быть. И вытаскивает на своем горбу все это дело будет что он спирит. Дмитрий, у меня к вам будет немного бестактная просьба. Конечно. Вот, все отлично. Я это и хотела вас попросить сделать. Да я вас понял, да. Я вас понимаю с полуслова. Это хорошо. Потому что вы у меня на последнее время единственный социум, который есть, так что... Mm-hmm. Будем смотреть за продолжение откатки. 7 тысяч преимущества. Я вам сочувствую, Дарья. Да? Я сама себе сочувствую, вы не представляете, как. У меня сердце отжалось, как само себе разрывается. У нас 7 тысяч преимущества на 14 минуте. Это законно, как вы считаете? Да. Да? Конечно, это нет. Мясо выигранная легкая линия и хорошо доминированный центр КПН. Тролль под щитом. Говорит, здорово, ребят. Я так. Танк. Джеймс просто развалился, и очень больно Дазл. Там вот буквально время креста, это время его жизни. Считанные секунды остались, он погибает сразу же. Иксэмчик ворвался, кажется, тоже в окно буквально, но нет, пока что получилось пройти. Ман закончился, но есть немного на хайграунд взлететь. А тут оказывается Фоллинг. Внезапно он просто блинкуется и забирает вместе со своей командой и еще и Иксэма. Но надо было ему вайда отдавать. Ну тут на вайде умеет играть. Ну, есть же у него топовый герой.
Там еще УДМ у него был, но тут не идет на шторме. Но тут, кажется, вся команда как-то не с той ноги встала пока что. Ну, они пока ужасно играют, да. То есть они сейчас похожи на вот этих ребят, которые играли на вайлдкарде. Название команд, которых я уже не помню, но вот они играют так же слабо, как сейчас играют CDC. То есть если вспомнить вчерашних CDC и сегодняшних CDC, то пока игра выглядит, как будто они катают 3x5. Ну, да, еще вчера такие залеты. Прям были убийцами других китайских коллективов. Но сегодня да, они играют примерно так же, как они выступали в первый день, когда они, в принципе, отлетели в эти лузера. Заслуженно. Ну и сейчас заслуженно могут и просто в салат проиграть первую карту и все, остаться без нее минут за 20-25 такими темпами. Потому что тролли очень неактивные. Ну да, тролли очень активные, но уже идет ломать вышечки. Молния имеется, лиса фармит быстро, дэмэдж вносит. Потом квапа в этой игре купит сайленс намного раньше, раньше шторма в разы. И у шторма возникает приключение, потому что он фармит себе Кайю. И если Купа его найдет, она ему объяснит. Как мы видим, Шторм пока не торопится выкупать ни ИУ, ни БКБ, следовательно, у Купы уже преимущество, причем довольно-таки большое. Тут Шторм, видимо, записался в отряд самоубийц, потому что он решил со своим стартом начинать собирать Бладстоун. Ком даже дали нуля заряд. Я бы сказал так, что со стартом своей команды, потому что они сделали два фрага за 16 минут. Предпосылок к тому, что фраги будут появляться в большом количестве после Бладстоуна, нет. Их вообще нет. Зато есть предпосылки, что Кентавр начнет делать фраги, потому что ему дали сеточку, хорошая вещь, и ему дали блинк. Потенциально он прыгает, выдает станчик на 2.75, потом еще закидывает сеточку на 1.75. И суммарно это получается... Достаточное время, чтобы там подошел какой-нибудь лич с Синистер Гейзом, например. Ну да, в общем, 4 где-то... Это 4 секунды, 4 с лишним секунды контроля. Так, а у нас смог прожимается, и вот Кентавр готов Шторм показывать эти 4 секунды контроля. Шторм, здорово. Он такой любит 4 секунды контроля, и Сайленс он тоже очень уважает. И Ассасинейт тоже уважаемый спелл, поэтому все это вместе дает. Да, и вот эти вот мои влажные мечты, что Шторм появится Сайленс, он будет реагировать, нажимать на него Сайленс в ответ, это не, это забудьте, это не про эту игру. Здесь пока тотальнейший разнос, сейчас падает вышка в миде, и Старлаком просто пойти забрать Рошана. Причем легчайшего Рошана в их жизни. Ну, что-то как-то тролль не хочет. Он перемещается на топ, внизу попушит немного снайпера. Аганимчик уже у него почти есть без 400 рублей. И это хорошая новость. Он перемещается на топ, потому что сначала нужно отпушить линию. Можно еще это два сверху забрать, раз уж им дают. А можно Джеймса, смотри, тут булочка есть. Да, а он... Закусить. Он такой стоит. Опа, станчик. Опа, сеточка. А тут Сайленс, Сайленс. Все, и без сеточки можно. К слову, сеточка маны не требует, а Сайленс требует маны. Ну ничего, зато Копа хочет показывать, что у нее есть Сайленс, хочет терроризировать людей, а сеточка это ладно, она... Хочет уверенно, уверенно. Так, ну, что... слушай, просто в салат. Да. Как же должны натидить Старлак, чтобы проиграть эту игру, мне интересно узнать. Это у нас такая рубрика. Как сильно должны нафигить ребятки, чтобы вторые ребятки камбэкнули? Ну, знаешь, если бы мы не видели результаты вчерашнего дня от них, мы, в принципе, вчера их задоджили как-то успешно, они без нас все катки сыграли, я бы сказала, как обычно. Но, видимо, вчера они собрались с мыслями, и поэтому этого, как обычно, у них уже не бывает. И я рада, на самом деле, видеть, потому что действительно команда, которая там что-то раскрылась по ходу этой квалификации, может даже сейчас иметь шансы, ну, если уж не выйти из этой квалификации, то, по крайней мере, побороться за финальные... там, раунды. Кентавр сейчас не понял, с него спал смог, на него сразу повесили щит лича, он прыгнул вперед. Единственная точка, которую не проконтролил, это слева, где котел убегал на руну. В итоге тролль стоит, смотрит на шторма, шторм поднимается, такой, о, тролль, здорово! Ой, там получает нас... стан и получает грейв. XM пока еще живет, да. Но чайник какой хороший летал. Еще улетает отсюда, но по-прежнему же Фанки Кинг, ему, правда, плоховато. Немного все стояли в арене, совершенно не парились о том, что там существует она. И котлу очень больно, под шрапнель он никуда уж не уйдет. Джеймс, он смог отвоевать фраг своей команде. Правда, даже это досталось по итогу не ему. Но... Ну, коры живые. Самое главное то, что коры живые. И сейчас CDC даже неплохо подрались, правда. Они, возможно, не сильно рады, потому что Виллу Фисп весь замес стоял и дизейблил. Они всей командой стояли в арене МК, и все, что они смогли сделать при таком раскладе, это забрать двух саппортов. Они явно недовольны такому раскладу. Так.
Роль БКБшечку будет делать. Саша, Яша уже есть. И после БКБшки, если уж играет столько продлится, то будет сатаник появляться, скорее всего, на статус resistance build. Что там? Шторм, несмотря на свои смерти, ну, свою смерть скорее, потому что с тех пор, как его нашли, разочек убили, он больше не умирал. Он передумал. Он передумал, он стал разумнее, да, он понял, что Bloodstone здесь полная фигня, и решил собрать Black King Bar. Хорошее, хорошее решение. Мека на Дадзле. И его увидит. Опа, денежка. И еще 100 голды сверху. Ну-ка, ну-ка. Ну да, стоит да, здесь. Прыгай. И здесь 100 голды. Никого не интересует? Не интересует совершенно. Ну вот 100 голды, немного отдельно побегали. Нет, ладно. Ладно, ладно, простили его сегодня, дали ему еще немного пожить. Ну 11 тысяч преимуществ на 20-й минуте, это вопрос, который... Очень много фида подразумевает со стороны с... Старлак, чтобы это все можно было перевернуть. Я что-то засмотрелся на Макакича, хотел сказать. Кстати, да. Кстати, лопата не у Дазла. А где она? Репорт. Она у Тускара. Да. А Тускара не копает. А он даже не копает, да. Я вообще не понимаю людей, которые берут лопату и не копают. И что с ним сегодня такое? Он что там, не поел, что ли? Или знаете, он... мне кажется, вот нужно разработать приложение давай на телефон. Так, ты... Давай так, ты безумная вот эта вот версия, которая любит защищать игроков. Да, почему профессиональный игрок не копает лопатой вообще? Я сужу по себе, да. Я забываю. Там не такой большой кулдаун, чтобы прям постоянно помнить, да. Поэтому я считаю, что нужно какой-то, я не знаю, оверлей сделать для дотера, чтобы появляется лопата, и там будильник какой-то срабатывал каждый раз, когда откатывается лопата. Он вот. До сих пор не копает. Я смотрю на это, я... Я именно под вас могу не вспомнить про лопату. Давайте следующую. Этел, здравствуй. Тас тоже здравствуй. Так, загадка человечества, будет копать, это или будет потом? Руин. Это реально просто руин, то, что делают CDC, они реально вот, вообще никакие. Что с ними сегодня? Мальчики, они вчера по 20 минут закатывали людей, по-моему. И позавчера они нормально катали, а сейчас это вообще смотришь, кровь из глаз. Ну, Ами единственный, кто мог что-то сделать в этой карте, но у него команда действительно слишком сильно фиданула, и тролль оказался слишком страшен. Только он единственный, кто что-то и делает. Он хотя бы урон за месяц вносит, и он редко фидит. То есть в его команде все умирают по кулдауну, а он как-то старается аккуратненько, осторожненько, там, с одной елочки на другую, каждого крипосика выконтроливает, и даже это ему не помогает, потому что пока он там выконтроливает каждого крипосика, тролль фармит полкарты на пару Screen of Pain, а его команда умирает по КД. Как бы он там не фармил, он все равно нафармит меньше. Бывает. Бывает. Пока видим то, что БКБшка у него появилась 10-секундная, кажется, для CDC это шанс. Госпожа Удача, которая промелькнула у них в глазах, и попытка выйти во что-то фрагообразное. Тут, правда, до сих пор имеется у тролля... Возможно... А, нет, я думал, тролль купил БКБ, потом второй купил. По-моему, да, Квапа. У Квапы 10-секундная БКБ, то есть возможность есть сдачу хорошую дать. И, в принципе, для Ами это БКБ означает то, что он совершенно не боится ни снайпера, ни, ну, с его шрапнелью, ни чайника, ни квапы. И это, я думаю, его должно безумно радовать, правда, что тут пока судьбоносной встречи не происходит. Да ладно, он выкопал. Да? Хорош. А что копал? Я минуту за ним смотрел. Ласку, я так понимаю. Он выкопал, да. Такое отчасти пошел добивать крипов и умер. На ровном месте. Выпить фласку, пока посидит в таверне. Отметит. За здравие. Да, за здравие. Ну, за упокой здесь уже, конечно. Но... Когда вернется, и за здравие, потому что фласки-то у него две. А, три даже. Третью уже там можно за маму или за папу выпить тоже. Так, минус Т3 вышка. Минус казарма мечников тоже должна быть. Какого-то действия на дефенс не предлагает CDC. А Егиздар по-прежнему есть у команды. У Квапы в частности. Так, и накрывает тролля. А у тролля-то проблемы некоторые могут быть, если он не успеет нажать ультимейт, а он успеет его нажать вообще. Минус половина хп, его контролит хорошо, хорошо. Но он успел, все-таки успел, нажал. И это плюс шансы разобраться с ним уже после ульты. Хотя он сейчас так хорошо вгрызается в Джеймса. Тот немного потянул время сноуболом. БКБшка заканчивается. Ну, бить его надо, бить. Ух, держится молодцом. Разваливается Джеймс. Манки Кинг очень-очень лоу хп, но крест не дал ему достаточно времени жизни, чтобы убить тролля. И тролль все. Спасибо. Я только этого ждал, ГГ. Потому что это... Не знаю, если они вот так вот играют, то можно сразу писать ГГ, ну, чтобы не тратить свое время, наше время, время зрителей, и начать играть вторую карту, потому что это, ну, это не игра. Это пошли они нафиг с такой игрой.
Печаль, да, печаль, то, что CDC как-то зверев себе еще не открыли сегодня. Возможно, они еще это сделают. Я что-то как-то надеюсь, что здесь какая-то борьба будет, и все-таки мы посмотрим на три карты, а не отвал 2 по 20 CDC, которые столько времени потратили на то, чтобы добиться этой стадии квалификации. Ну, ладно, будем желать XM удачи, потому что у него что-то не пошло. Джеймсу тоже втройне удачи, потому что у него втройне не пошло. И история в StarLuck пока говорит о том, что это ребятки, которые со своим прогрессом могут достичь финала лузеров и остаться в шаге от квалы, но для этого нужно выиграть еще одну карту, желательно такую же изичайшую. А пока мы будем ходить на паузу и ждать, когда соберутся наши ребята, чтобы сказать вторую карту.